Привет! Вы на канале Криптонация Лайв, и это проект RCC. Погнали! RCC – это макроэкономический стейблкоин, создающий и перераспределяющий богатство через ликвидацию коррупции. Команда проекта собирается создать финансово-эксклюзивную децентрализованную экономическую систему для развивающегося мира. Они руководствуются достижением создания биткоина. Гениальность биткоина заключается в том, что он предоставил доказательство концепции того, как установить и сохранить целостность и здоровье децентрализованной сети через гениальную экономическую систему, основанную на стимулах. Это создало возможность для новой экономической реальности. Команда, вдохновленная идеей создания биткоина, создает свой стейблкоин для целевого региона, такого как Азия. RCC – это макроэкономическая региональная криптовалюта. Валюта Азии – это резервная монета. RCC – это токен ERC-20. Зарабатывать токен RCC можно будет путем майнинга через участие в приложении RCC, используя интересный процесс, который называется «социальное доказательство работы». Это акт добычи полезных ископаемых путем участия в социально-экономических исследованиях, и вознаграждается он с помощью криптовалюты RCC, в результате чего социальное доказательство работы поддерживает целостность социально-экономической сети данных путем отчетности и проверки участниками системы. Преимущество проекта. Использование современных разработок и технологий, таких как блокчейн и криптовалюты. Привлекательность для широкого использования во многих сферах деятельности. Сильная команда, состоящая из высокозамотивированных специалистов, готовых работать 24/7 и прикладывать все усилия в развитие своего проекта и реализацию своих идей. Прозрачная, совершенно безопасная система с возможностью проверки и сохранности данных. Децентрализация. Прозрачность транзакций. Высокая скорость транзакций. Снижение транзакционных расходов. Всем, кому понравился данный проект, все ссылки на него будут в описании. А если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! RCC – мощный стейблкоин, ликвидирующий коррупцию.